Летний трудовой лагерь «Космос» на базе второй школы работает уже третий год. В этом году в лагере 20 школьников. Работают они в первой половине дня. Задание выдает администрация школы. Начинается трудовой день с ежедневной инструкции. Перед началом работы всегда обязательно проходит инструктаж по безопасности, по правилам дорожного движения, безопасно, чтобы было идти по дороге в школу и обратно. Вот, как работать с инвентарем. У нас есть все необходимые предметы, с которыми мы работаем, перчатки, безопасность, все. И мы в основном работаем, конечно, делимся на три группы. Первая группа трудится в здании школы. Ей поручают мелкий ремонт помещений и мебели. Бригада художников расписывает стены в рекреациях младших классов. По собственным эскизам они создают на стенах шедевры. Юные дарования ежегодно передают эстафету следующей смене и за время существования трудового лагеря добрались до третьего этажа. Самая многочисленная бригада работает на территории школы. У них очень большой объем работ. Мы производили окраску урн, брусьев, то есть спортивного инвентаря, разбирали старый школьный склад, очищали бордюры от травы проросшей. Скажи, пожалуйста, тебе понравилось трудиться в лагере? На самом деле, да, это новое ощущение, все же в жизни надо попробовать, любую работу, и мне это очень нравится. Ребята работают с удовольствием, тем более, что в конце смены их труд будет иметь вознаграждение. Труд будет поощряться. Мы работаем совместно с центром занятости. Ребята работают по трудовым соглашениям. И за свою работу они будут получать зарплату. Конечно, приятно сознавать, что ты как взрослый человек получишь зарплату. Но не только это вдохновляет воспитанников трудового лагеря «Космос». Мне очень приятно то, что 1 сентября в новый учебный год придут ребята. Им будет приятно то, что школа такая чистая. Как бы я вношу свой вклад в историю школы, можно сказать. Я так понял, спасибо, не надо было.